Как только пришла сюда, мне казалось, все происходящее вокруг вот какой-то просто сказкой и чем-то ну, абсолютно невозможно. Чат скидывали чеки с огромными цифрами, мне казалось, что таких доходов просто не существует. А люди, которые эти чеки скидывали, казались такими какими-то недостижимыми, как звезды на небе. В данный момент я нахожусь вместе с этими людьми в солнечной Турции, они рядом со мной, я с ними общаюсь, я с ними разговариваю и, в принципе, тоже вышла на неплохой доход. До этого у меня есть опыт работы с другой сетевой компанией 11 лет. Но всегда говорят, меняется мир, меняешься ты. Ты должен видеть, какие возможности вокруг тебя. Мир сегодня перешел в интернет. Пришла в Фредерик в 2016 году. Сейчас я в закрытом звании директора. Получила премию, 3 месяца назад открыла свой пункт выдачи, и сейчас я отдыхаю в Турции за счет проекта, за счет наших наставников, почему призываю вас. Пришла я в проект Фидерлик онлайн, когда я сидела дома с 2 маленькими детьми, была безработная. Я сразу начала активно работать, потому что я поняла, что это такое, начала в основном рекрутировать. Я ничего не умела, просто поняла, что нужно много рекрутировать. Я начала рекрутировать, быстро расти. Через 9 месяцев я открыла звание директор, и в скором времени я открыла звание старший директор. Само понятие, что в сетевом есть деньги, у меня уже было. Когда я познакомилась с компанией Фаберлик, я увидела самые первые плюсы, это бесплатная регистрация, нет паспортных данных, и, соответственно, есть возможность работать в интернете. Потом еще самый большой плюс я увидела, это в том, что очень большой ассортимент. Как я очутился в бизнесе? У меня была проблема. Я обратился к своему бригадиру. Бригадир послал меня к начальнику, начальник послал меня к бухгалтеру, бухгалтер послал меня так далеко свои проблемы, что я решил решать их сам. Мы зарегистрировались в компанию Фидерлик, успешно в ней развивались, не сворачивали никуда, шли только вперед. У нас был очень классный наставник. Пришла сюда мамочка в декрете, имея годовалого ребеночка, живя в маленьком городке. Я пришла в компанию для того, чтобы улучшить финансовое положение своей семьи, потому что тогда, в тот момент, денег не хватало ни на что. Приходили мы в Фидерлик давно, около 10 лет назад, и приходили как обычные пользователи. Через 3-4 года осознание, что молодой семье студентов нужно зарабатывать, работать на наемной работе. Мне хотелось делать свой бизнес. И мы прекрасно осознавали, что сетевой – это то место, где можно действительно заработать. В компанию Фидерлик мы пришли в 2016 году, 16 июля. Пришли за финансовой независимостью. В компанию Фаберлик я не пришла, я сюда просто влетела. Меня пригласила мой боевой друг, это Галина Черкасова. Что она мне сказала, что здесь можно построить быстрый карьерный рост и за 2 месяца стать директором. В компанию Фаберлик я зарегистрировалась в 2017 году, в сентябре месяце, практически год назад. Пригласил меня в компанию Алексей, мой сын. Я сразу стала обучаться и приглашать, составила список знакомых и через 54 дня вышла на уровень директора. Взяла быстрый старт, и компания мне заплатила за быстрый старт 55 тысяч. Новичкам могу сказать, что нужно требовать к себе внимания именно от своего наставника. Просить обучение, просить материалы обучающие, не стесняться. Начинали мы с офлайна, с обычных промо-столек, открытие офиса, и перебирали много-много методов работы, и вышли, конечно, на тот метод, который является сейчас самым действующим. Это работа в интернете. Вначале было трудно, но с помощью наставления наших наставников мы очень быстро сориентировались и буквально через месяца 4 открыли звание директора. А дальше уже старший директор, серебряный директор, золотой директор. В данный момент мы уже подтвержденные рубиновые директора. С первого же дня я начала работать. Начала работать, это приглашая своих друзей и знакомых. Я могу сказать, что я совершенно не знаю компьютер, но это не мешает мне продвигаться вперед. Я была очень жадная до информации, до обучения. И пословицу «спонсор достается тому, кто его достает», я полностью доставала своего наставника, просила дать мне обучающие материалы, просила меня научить. Работали на обычной простой наемной работе. Антон работал монтажником, зарабатывал 20 тысяч в месяц. Я же сидела по уходу за ребенком дома и зарабатывала от государства 8 тысяч, наверное, в месяц, где-то 6, да?
Когда я была новичком в компании Faberlic, я сразу рассмотрела эти возможности, изучила маркетинг-план и начала системно, ежедневно, каждый день делать простые действия. Новичком я была вредным, скептическим и такой вот почемучкой. Спасибо наставнику за то, что поддерживал, помогал и направлял. В компанию Faberlic я пришла абсолютно ничего не умела и начинала работать с нуля. Училась копировать ссылки, узнала, что такое браузерная строка. И благодаря нашим вебинарам и бесплатному обучению я всему научилась. 6 лет назад, когда я сюда пришел, честно говоря, не было никакого понимания, как здесь можно работать и зарабатывать. Тем не менее, я познакомился на ассамблее в городе Киеве с мужчинами-директорами и вот понял, если могут они, то почему не могу и я? Я была новичком, который знал, что в сетевом можно заработать деньги, но который никогда еще не зарабатывал ни в сетевом, ни в интернете. Я работала по найму, заведующей магазинах. Я решила, попробуем, а там разберемся. В проект я пришла осознанно и сразу включилась в работу. Я поняла, что новичок, у которого еще нет результатов проекта, может стать информационным посредником между проектом и потенциальными клиентами. То есть можно приглашать на результаты проекта, которые у нас просто потрясающие. Я начала всем знакомым и незнакомым говорить и писать о том, что проект уникальный, за 3 года 160 директоров. И, конечно же, приглашать людей зарабатывать. Я подстраивалась под режим ребенка, то есть когда он спит, я рекрутировала. Все я делаю с телефона, вебинары слушаю с телефона, поэтому это очень удобно. У нас мобильный бизнес, в любое время, в любом месте прогулка с коляской, можно работать. Я уже 3 года на пенсии, но для успеха возраст не помеха. Я ничего не умела, как новичок. Но одно поняла, что пока ты не сделаешь это дело, ты не узнаешь, что это возможно. Первые полгода я больше наблюдала, но свои 50 баллов делала. После того, как мой наставник Жанна Копьен через 9 месяцев открыла уровень директора компании Faberlic, меня это зацепило. И я решила, почему же не я? Меня зовут Шишкина Екатерина, мне 17 лет, и я нахожусь в закрытом звании директора и в открытом звании старшего директора. В компанию я пришла вслед за своими родителями, также наставниками Кононовой Анной и Кононовым Антоном. И всего за 2 года я смогла многому научиться, многое приобрести от этого проекта. И сейчас я нахожусь на отдыхе вместе со своей семьей и нашим проектом Faberlic Online. Мы работаем в Faberlic уже 2 года в проекте Faberlic Online и зарабатываем здесь хорошие деньги. Сейчас мы находимся в Турции вместе с лучшими директорами нашего проекта. Каждый из вас может оказаться вместе с нами. Мы ждем всех в нашей команде директоров. Смогли мы, сможете и вы. Благодаря компании Faberlic сетевому бизнесу я открыла ИП, стала зарабатывать, путешествовать, бывала в Москве, в нескольких городах России, ездила на конференции, на собрании директоров была. Сейчас вот нахожусь в Турции с проектом Faberlic Online. Первый раз вылетела за границу благодаря сетевому бизнесу. Я глубоко убеждена, что основа любого легального бизнеса – это продукт. Продукт либо услуг. Так вот, я поняла эту суть самого бизнеса в проекте. Я увидела большую поддержку наставников в виде обучения. Это обучение постоянно адаптируется, потому что каждая социальная сеть, она постоянно меняется. Я могу ездить каждую свободную минуту, куда я хочу. То есть мое передвижение по России, по миру зависит только, скажем, от моего желания, от того, что могу ли я синхронизировать желания своих женщин. Дома, в смысле, собрались, поехали куда-то. Потому что одному мне есть скучно, лень. Я люблю есть всей семьей. За несколько лет я вышел на один из самых крупных статусов компании. Купил уже 3-ю квартиру на 150 квадратов. Посетил за последний год более чем 10 стран. Полностью поменяли качество нашей жизни. Сейчас мы путешествуем в разные страны мира. Каждые 3-4 месяца в компании ездили в Шри-Ланку, в Доминикану. Вот. Ну что могу сказать, я счастлива работать с компанией Faberlic, я счастлива строить с ней бизнес, потому что это огромные возможности. И, конечно же, приглашаем вас на проект Faberlic Online. Если бизнес дает такую возможность,
значит, это классный бизнес, это доходный бизнес. Если бизнес приносит тебе удовольствие, если бизнес дает тебе вдохновение жить и дает тебе еще возможность не просто мечтать, а осуществлять свои мечты, это здорово. Дерзайте, человеческие возможности на самом деле безграничны. Сейчас мы с лидерами проекта Faberlic Online находимся в солнечной Турции. И надеюсь, что в следующем году с многими из вас мы встретимся в каких-либо еще очень интересных солнечных странах. Желаю вам пройти эту карьерную лестницу, пробежаться по ней. И всем желаю категорического успеха. Поэтому, если вы сейчас только-только новичок, скорее разбирайтесь, вникайте, ищите свою систему рекрутинга, начинайте действовать, работайте без перерыва, и у вас обязательно все получится. Моя мечта – путешествовать, и ради этого я готова действовать. Приходите в наш проект, начинайте действовать сразу, и вы сможете осуществить все свои мечты. Для вас, как новичка, самое главное – верьте в то, что вы делаете. Здесь наш бизнес – это как езда и дорога в тумане. Надо сделать первый шаг, и потом дальнейшая ваша дорога будет видна. Поэтому делайте этот шаг, проходите наше обучение, и у вас все получится. Мое главное – это терпение в нашем деле. Не обращайте внимания на то, что у вас какое-то время не будет получаться. Просто работайте, рекрутируйте, приглашайте людей, и тогда обязательно в скором времени вас ждут хорошие, настоящие, большие звания и результаты. Пользуйтесь шикарными возможностями нашего проекта и зарабатывайте вместе с проектом Faberlic Online. Сейчас я отдыхаю в Турции абсолютно бесплатно с проектом и от проекта. Желаю вам, чтобы вы верили в себя, желаю вам, чтобы вы не боялись, и желаю вам, чтобы вы просто делали. Тогда вы будете здоровы. Отбросьте все сомнения. Это реальный бизнес для мам, для студентов, для пенсионеров, для всех. Все реально, все возможно. Самое главное – действовать. Желаю всем обязательно ставить цели свои, желания свои и учиться и добиваться своей цели. Новых званий и новых достижений всем. Неважно, где вы находитесь сейчас, неважно, какие у вас знания или финансовое положение, или еще что-то другое, главное – это цель, с которой вы хотите прийти. Поэтому стартуйте, и у вас все получится. Желаю всем такого же стремительного карьерного роста. Просто выйдите из зоны комфорта, перестаньте стесняться и раскройте свой потенциал. У вас все получится. Слушайтесь наставника, слушайте ваших лидеров по команде, слушайте все, что говорят вам на вебинарах, по обучению. И тогда обязательно у вас все получится. И мы с вами встретимся на новых конференциях.